Международный кинофестиваль стран АТР «Меридиана Тихого» торжественно открылся в Владивостоке. Началось все со звездной ковровой дорожки, первым по которой прошел генеральный директор мероприятия Ефим Звеняцкий. Вслед за ним зрителей поприветствовал известный актер театра и кино Андрей Соколов. Этот фестиваль уже обладает своей особенной такой харизмой. И у каждого фестиваля есть свой и зритель, и о нем достаточно много знает, он на хорошем счету. И есть места, куда хочется, да, приехать и посмотреть, что это такое на самом деле. Я пока то, что я увидел, вдохновляет, впечатляет. Надеюсь, дальше будет продолжаться в том же духе. Вслед за Андреем Соколовым на синей дорожке появился председатель жюри фестиваля, известный российский кинорежиссер Алексей Учитель. Он поделился с журналистами своими критериями оценок конкурсного кино. Самое главное все равно, чтобы эти фильмы нас каким-то образом задели. Если это будет, значит, будет все хорошо. А уже поспорить по поводу хорошего фильма, если их будет несколько, это уже счастье. Гости и участники конкурсных программ, поднявшиеся по дорожке, в основном представители России. Это деятели искусства, режиссеры, продюсеры, актеры и участники киноорганизаций. Делаем для зрителя, для людей. И хочется, чтобы люди, зрители посмотрели фильм и насладились тем шоу, которое мы для них сделали. Продолжилось открытие в огромном кинозале, где министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова поздравила гостей с масштабным событием и отметила, что все-таки главное жюри всех конкурсных фильмов – это публика. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на Восьмом.